Красноярский стройнадзор опубликовал топ самых ненадежных застройщиков. В него попали компании-банкроты и фирмы, которые затягивают со сдачей домов. Итак, возглавляет черный список «Стройтехника». На их счету 6 недостроев – ОСК, Критем и Сипстоуна, по 2 незаконченных дома. Еще 9 компаний строительство регулярно приостанавливают и работают очень медленно. Покупать жилье у них может быть рискованно. Проконсультировать о репутации той или иной строительной конторы специалисты могут по телефону 212 50 34.